театр Кунс. Значит, за этим памятником вы идете дальше прямо до конца. Там же вы найдете арку. Красивый храм. Это очень знаменитый пилот. Да. Прямо, Андрей. Нам надо идти прямо. Иди. Пойдем. Улочки. Hi, my friend. Thank you. Нам не надо. Ой, интересно, сколько эта сумочка стоит, которую я купила здесь. Какая? Вот маленькая, видишь? О, красиво. Сколько? 8? 5, 5. Какие улочки.
Попробовать можно, видишь? Не запутай. Я обратно. Есть кораллы. Карина сплошная. Кораллы рыжие. Старые вещи. Добрый день. Нет, я так не могу покупать. Спокойно потом пойду. Польша, очень добрый бандит. Два динари бабочка. Два. Бабочка два динари. Два. Татарский один динари. Era panoramale, bravo, panoramale. No, non è vero il panoramale, ma si è attirato. Живые черепашки. Не первый, нет. Видно этих раковин, которые у нас. Нет.
что? Сколько времени? 10 минут. Она не половина, да? У нас еще 20 минут. Ну, пойдем теперь спокойно по улице. Там, центральная улица. Слушай, а как Тунис. У меня прошло? Интересно, а? Посмотри. Пришло? Значит, они надо. Ванна, Тунис, видишь? Там, где Гольфа. Какая идея?
Мы идем в порт Эль-Кантауэ. Их ты моя красавица. Какая ты красивая. Зачем? Ты моя лапочка. Хорошая. Ну, лапки дрожат, у нее нужна прелесть моя. А вон там еще в глубине одна. Хорошо. Там совсем маленькая была одна. Помнишь? Они, наверное, там, вон она, по-моему, спит. Ах, ты красивая. На собрании сидят. Чина важна на собрании. Там и сама. Одна пьет там, дали. Царство государство. Сними его. Реликтовое дерево. Высокое. Прелесть просто. Красиво. Над пальмой возвышается.
наверное, вот просматривают дно на этой субмарине. Камеля! Ты же школьник у ворог! هذه مش خلي الوحدة فارغة وخلي الطاولة فارغة وش يقول لك كلمتين انت قلت لي ايجا ما نجيبش خليها لبلاصيت Что это за дерево? Декоративный. Какое-то реликтовое дерево. Древнее, такое ощущение. Вот это здесь. Выглядит интересно. Как мне не нравится это выражение. Глаза закрыла. Да? Праздничные хлопоты у нас сейчас. 7 числа праздник, поэтому сегодня день минатный. Низкий барабанчик. Керамический и сверху, натянутый кожа барабанчика. И наш номер. Отель Клаб Кантауэр. Наш отель, наш балкончик, да. Вот на этом балкончике у нас 9 дней было, уютный балкончик, а вот здесь пальма с финиками. Еще бы автобусы. Шикарная пальма, а здесь совершенно изумительное разноцветие, это вот герань. Удивительная красоты. Вот, смотри. Смотри, какая герань. Не надо звать. Ну, ребят, сейчас нам нечего им давать. Посмотри, какая красота герани. Цветочки какие красивые. Но сегодня вот последний день перед отъездом. Нам не повезло. Пошел дождь. А море бурное. Так что мы сегодня даже не купались. Сидели только в жакузи. Сегодня какой день? Суббота. Число у нас 4 ноября. 2006 год. Вот сегодня какой-то день такой мрачный. И дождь пошел. И ночью шел дождь. Вот. Но мы еще успели поиграть в теннис немножечко. Чуть-чуть. Ну тут в Тунисе дождь пошел.
такой дождь. Музыку любит, а? Подумай, посмотри. Появился сразу. Сжался весь. Ну, братец, давай, вылезай отсюда. Не хочет, ты подумай, прижился. Это называется Мархаб Палас. Чего нет, понимаешь? Ты это не будешь есть. Да, ну нет. Ой, на игра. Очень-очень-очень.